Здравствуйте. Вот этот инструмент просто находка для домашнего мастера. Фрезер Bosch POV 1200 AE. Рекомендую, если нужно вырезать в дереве пазы, кромки, профили и подобные им элементы. С такими показателями он легко может претендовать на звание профессионала. Мощность 1200 Вт до 28 тысяч оборотов в минуту. Благодаря системе Bosch Electronic можно подобрать нужное количество оборотов под любой материал. Быстрая замена оснастки благодаря системе SDS Plus и блокировке шпинделя. Здесь же ограничитель глубины фрезерования. На прочной алюминиевой плите есть пластиковая направляющая шина, которая не оставляет царапин даже на мягких поверхностях, ну, например, на дереве. Положение фрезера легко настроить с помощью быстродействующего рычага. Прозрачный экран. Защищает мастера от стружек и пыли, при этом не мешает следить за процессом работы. Что интересно, фрезер можно подключить к любому промышленному пылесосу. Отмечу, что в комплект входит параллельный упор, копировальная втулка, переходник для пылесоса, три цанговых патрона, пазовая фреза и центрирующий стержень. Отлично, ведь мы рекомендуем только качественную технику.